Так, девочки, ну мы пришли в супермаркет. Ну, давайте договоримся так. Никаких пони. Хорошо? Мы не будем... Нет, девочки, у нас полная квартира пони. Я уже о них просто спотыкаюсь. Я уже с ними и сплю, и сижу, и гляжу, и я не знаю, и все, я уже с этими пони. Мне уже кажется, скоро у меня даже в тарелке будет пони. Я не могу, я просто уже начинаю себя чувствовать раздраженной. Поэтому давайте, гуляйте по магазину, по этому торговому центру, но никаких пони мы не покупаем. Ну, мама, у нас только 4 пони в доме. Каких 4? А не 44 случайно? Мама, не 44, уж точно. Все, мы пошли. Хорошо, девочки, гуляйте, но, так как я сказала, никаких пони. Так, нам надо взять побольше тележку. Ага, вот побольше. Побольше. О, вот такая сойдет. Ого, сколько пони! Я просто в шоке. Ага, так. А вот это из новой коллекции. И вот это из новой коллекции. И это из новой коллекции. И это из новой коллекции. И это. И это. И это. Вау. Так, я думаю еще. Так, так, растения для дома. Расчесочка, да, может тоже пригодится. Мышь дохлая. Ну, нет, спасибо. Шляпка. Мам, мы выбрали все нам нужное. Вы серьезно? Пони опять нет. Я же вам сказала, девочки, без пони. Ну, мама, смотри, сколько тут эксклюзивных пони. Мне все равно, хоть они там мега неоновые, флайрайт, мне все равно. Эксклюзивные и не эксклюзивные. У нас этих пони полная квартира. Ну, мама, ну купи хотя бы эту. Хотя бы? А случайно у нас нету вот хотя бы этой? Я такую точно видела. Мне кажется, я об нее споткнулась вчера. Тебе кажется. Вот эту. Или такая. Я не помню, но они одинаковые, если честно. Единственное различие — это блестки. Девочки, и такая пони, ну, у нас точно есть. У нас куча фиолетовых пони. Нет, я их видела своими глазами. Блестящие у нас еще нету. Боже мой, я сама блестки приклею. И будет у тебя блестящая пони. Девочки, вы только тратите мои деньги. А вот это точно нету ее. Зеленый. Я могу зеленку в зеленку окунуть, и любая пони будет зеленая. Ну, это уж точно не будет. Девочки, я даже не хочу об этом слушать. Они все одинаковые. Это? Цвет только отличается. Нет. Блестки приклеены. Это а деньги-то нет. Какие они стоят? У меня же нету столько денег. Мне. Ну хорошо, у меня есть столько денег. Но я не хочу тратить столько денег. Ну, мама, все, это не обсуждается. В смысле это не обсуждается? Оплатить-то кто будет? А это, и вот это, и вот это. Ну и это. Если это не обсуждается, пожалуйста, открывайте свои пустые кошелечки и расплачивайтесь. Или как вы там хотите. Пожалуйста, можете пожалуйста, подметать пожалуйста, полы 3 месяца пожалуйста, им пожалуйста. За этих да, пони. Да, хоть все сделаем ради этих пони. Да не пони. Мне, вам придется работать, чтобы вам кто-то заплатил деньги, и вы могли купить этих пони. Ну, мы будем на тебя работать. Если честно, на меня. Еще чего. Девочки, на меня работать это как? Вы должны убирать свою квартиру, и я вам за это должна платить? Свои комнаты? Ох уж эти дети. Ну, ладно, давайте так. Выберите одну пони. Просто одну. Хорошо? На двоих. Но недорогую. Вот самую дешевую, пожалуйста. Вот это самая дешевая, посмотри, даже до цены. Хорошо, где, сколько она стоит? Так, дороговато, конечно. Ну, девочки, ладно, ну одну я вам взять, может быть, даже и могу. Ну, конечно, вам придется за это прочитать каждой по одной книге «Война и мир», но тогда я вам ее куплю. Это что такое? Это что, спутник, луна, земля? Я не понимаю, что происходит? Каждый за одну причину. Ах, каждый. Девочки, ну ладно, чтобы вы не ссорились. Ну хорошо, ладно, каждый по одному пони, но не больше. Добрый день. Так. Добрый день, очередная несчастная мама к вам пришла.
Мои девочки выбрали два пони, и я хочу сейчас расплатиться. Я надеюсь, у вас какие-то скидки есть для многодетных семей, непослушных детей или чего-то такого? Да, конечно, есть. Если вы покупаете больше трех пони. О, господи, они меня разорят. Ладно, хорошо, девочки, добавьте третью пони, тогда скидка. Большая скидка? Сколько процентов? Продавец, скажите. Так, третья пони. Так, подождите-ка, подождите-ка. 1, 2, 3, 4. То ли у меня с математикой что-то не так? Нет, тут 4 пони, а не 3. Девочки, почему этих пони 4, а не 3? Вообще-то их должно быть 4, чтобы была супер большая скидка. О, господи, они меня разорят, эти продавцы. Супер большая — это сколько процентов, скажите, пожалуйста? 5. Громадная. Ладно, хорошо, день зарплаты. Ладно, можно позволить 4. Не буду же я с продавцом ссориться ради скидки. Еще подумаю, что я нищая. Скажите, вам денег больше будет. Хорошо. Разговор с продавцом. И полетели пони в корзину. Один за другим. Мать в обморок упала. И как вы думаете, я заплатила кучу денег, пол зарплаты, за то, чтобы к нашей огромнейшей коллекции пони добавились еще одна огромнейшая коллекция пони. Мне кажется, мои дети просто надо мной издеваются. Ой, мам, кстати, мы забыли совсем тебе сказать. Мы еще нечаянно подложили там огромную пони. О май гад!